Доброго здоровья, мои дорогие подписчики, зрители и все, кто смотрит канал «Честный обзор». Много лет назад, когда я служил в армии, я сильно очень заболел. И когда пришел с армии, получилось так, что меня поставили по бронхиальной астме на учет. И если вы видели мои видео некоторые, я там бывает подкашливаю, то есть это у меня обостряется. Весна, там осень, обостряется кашель. Что я вам могу сказать? Я был у многих докторов, что я только не делал. Чудодейственной пилюли не бывает. Это я вам говорю честно. Поэтому я был в городе, и приезжали последователи Порфирия Иванова. Я пошел на их семинар, посмотрел, и вот уже много лет я занимаюсь обливанием. Обливаюсь я утром и вечером. Набираю ведро холодной воды, и при любом морозе я обливаю. Сейчас на улице вот минус 13. Когда вы облились, ваше тело наполняется энергией, силой. С вас идет такая приятная дымка, вам хорошо. И вот уже более 13 лет я практически ни разу не был ни у одного врача и не пью лекарства. Берете, можете не сразу набирать холодной воды, можете постепенно начинать с тепленькой, но переходить на холодную. Потом вот так вот. Выливайте на себя, и таким образом вы получаете здоровье. Будьте всегда, мои дорогие подписчики, в тонусе. Все будет отлично и хорошо. Не ищите чудодейственных пилюль, они не помогают.